Затонувшие дельфины – не единственная проблема этого курортного сезона в Одессе. Загрязняют воду теперь не только перевернувшийся танкер. Сине-зеленые водоросли, которые испортили купальный сезон в июне прошлого года, а в этом году могут отравить июль. Эколог Владислав Балинский из дрона снял кадры, на которых видно, как неприятная зеленая жижа вплотную подступила к одесским пляжам. Пленка из водорослей уже на поверхности воды. Очевидно, начнет портить отдых купальщиков со дня на день. Экологи говорят, что виной всему гниение опресненной воды. В Черное море близ Одессы постоянно сливают очищенные сточные воды. Плюс недавно прошли дожди. В жару это идеальная среда для размножения микроорганизмов.